Работает ли парикмахерская? Можно ли забронировать домик на турбазе? Вместо надоедливой музыки горячих линий можно получить ответ сразу с помощью специалистов колл-центра молодой ульяновской IT-компании. Крупным предприятиям с помощью новой платформы тоже удается разгрузить телефон и мессенджеры. Мы даем сотрудников в аренду, если у вас их нет, когда вы начинаете свой бизнес или когда ваш бизнес масштабировался и народу не хватает. Мы даем вам платформу, единый рабочий стол, в котором вы можете интегрировать, ну или простыми словами совместить все ваши рабочие инструменты. Это телефония, все мессенджеры, которые вы используете, ваши CRM-ки привычные, и все это будет в одном месте. В свете последних политических событий заграничные компании-агрегаторы ушли с российского рынка. Для наших айтишников это оказалось на руку. Заказчики быстро сориентировались и перешли к отечественным разработчикам. В Европе и в Америке давно существовали сервисы, которые для малого и среднего предпринимательства предлагали бесшовное обслуживание в плане обработки входящих обращений. То есть в первую очередь это клиенты за небольшую стоимость в месяц могли приобретать полноценный сервис заботы о клиентах. Большая часть сотрудников этой компании работает из дома, но работники колл-центра всегда на посту. Они разделены на три смены. Пик звонков приходится после 2 часов дня и до 7 вечера. Хорошо, к вам как могу обращаться? Егору очень приятно. Информацию сейчас отправили повторно. Ожидайте, пожалуйста, звонка. Светлана Кильдяева недавно вышла из декрета. В рабочий график она влилась легко, несмотря на то, что Светлане приходится отвечать на сотни звонков в день. Основная тематика бесед – недвижимость и бронирование апартаментов. А ближе к выходным прибавляются и места отдыха. Да, в основном работаем с турбазой, записываем клиентов, бронируем номера. Рассказываем, что сколько стоит, что есть на турбазе. Расчеты ведем, принимаем оплату. Чтобы влиться в коллектив развивающейся компании, достаточно прийти и записаться на обучение. На оператора колл-центра можно выучиться за 2 недели. Для студентов есть 4-часовой график работы, чтобы успевать и на пары, и зарабатывать деньги. Что немаловажно, у наших айтишников есть возможность карьерного роста. Ярким примером является наш руководитель абонентского отдела. Это Вероника, которая в 2016 году к нам пришла на позицию оператора, теперь является руководителем. Кроме того, поскольку у нас есть штат разработчиков, то, естественно, есть возможность пройти у них практику и в дальнейшем развиваться уже в этом направлении. То есть главное начать. Эта компания была основана в 2020, а годом позже получила лицензию и вошла в реестр отечественного программного обеспечения. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.